Папа шестерых детей – компетентный специалист и талантливый врач. Кардиохирург Нурлан Минайдаров – участник проекта «100 новых лиц». Первые шаги в медицине начинал с санитара в столичной больнице еще в 18 лет, параллельно учился. Наряду с интернатурой была и служба на станции скорой помощи в Петропавловске. Общий стаж врачебной практики доктора – 12 лет. С 2012 года Нурлан Сабитович успешно заведует отделением кардиохирургии. Он стоял у истоков его и центра сердца. Годом ранее, это 2007, молодой врач приехал после обучения по кардиохирургии из литовского города Каунас. Самое сложное – это кардиохирургия, потому что это можно сравнить, как наш учитель Ситхан Шибаш говорит, что если хирургию сравнить с авиацией, а кардиохирургия – это как космонавтика, потому что здесь нужно не только знание оперировать, и довольно нужно все знать, и теорию, как пациента вести. Около 2000 операций проведено руками талантливого кардиохирурга, свыше 150 аорто-коронарных шунтирований в год. Благодарные пациенты – вот высшая награда для тех, кто некогда давал клятву Гиппократу. После операции уже прошло больше 2 месяцев. Я нахожусь в данную минуту на реабилитации. Ну что мне хотелось сказать о коллективе, которым руководит Нурлан Сабитович. Очень хороший коллектив, большое спасибо. Если его не было, может, я бы стоял перед вами. Таких пациентов у участника проекта «100 новых лиц Казахстана» Нурлана Сабитовича огромное количество. Это лучший кардиохирург, знаю по своему сыну. Он спас моего сына, с нами постоянно на связи с 2012 года. Низкий поклон Нурлану Сабитовичу, он врач и вправду от Бога. В мае месяце провел операцию моему отцу. Это действительно врач от Бога, у него золотые руки и огромное сердце. Это весной он спас жизнь моему отцу. Участник проекта «100 новых лиц Казахстана» Нурлан Сабитович еще в 2018-м был награжден орденом Курмет. Минайдаров является членом Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов. Лучший врач 2019 года. Отметим, что с 1957 по 2007, то есть за 50 лет, было сделано всего 400 кардиоопераций, тогда как сейчас в Казахстане такое же их количество выполняется за год. Жамал Габдуллина, Василий Вережников, Кукше. Ахпарат.